Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Hill Climb Racing 2. Приключения, сельская местность, ржавый риф, зима. Подожди, а где у нас на кубке? Где мы с тобой получаем новые машины и тому подобное? Вот здесь, что ли? Ну-ка, давай проверим. Так, тачку мы с тобой возьмем. Какую возьмем тачку-то? Мою? Да, вот это вот супер дизель. Кубок претендентов, поехали. Ага. Есть, контактиш. Так, тихо. Так, я забыл, что у нас с тобой. О, да что же за машина такая. Я уже отвык, ребята, играть. Да хорош ты. Тихо, не разбейся. Фью. Чуть было крышу не снесло, а? Ты посмотри. Так, ну пока я первый, я лидирую. И... есть контакт. Эй, погнали дальше. Погнали дальше, ребята. Я стартанул. Да ты тихо ты, господи. Аккуратненько. Так, давай без, блин, вот этих вот всяких. Юху! Да куда ты? Нет! Трындец, друзья. Ну это трындец просто. Ну как так-то? Ну... Ай-яй-яй-яй-яй. Это было плохо. Тихонько. Стартуем. Тихо-тихо-тихо. Давай-давай-давай-давай. Так, я тебе сейчас там помахаю рукой мне. Машет он там. Так, отвали. Просто в наглую всех обогнал. Да, ребята. Фух, первая позиция. Ну что может быть лучше? Да ничего. Так, ну что, я на первом месте, я сохранился. И это круто. Это мы с тобой так продвинулись. Так, ну что, надо, наверное, касанием тут. 12. О, так у меня там гемов целая куча. Так, стартовый. Давай вот это еще откроем. Ускоритель фляг. Ну, тогда и этот. Крылья, колесный. Смотреть видео. Слушай, а новая тачка сколько стоит, ты не помнишь? И я не помню. События у нас тут какие-то еще есть. Хм. Так, ладно, мы с тобой едем дальше. Тут, кстати, приключения. В приключениях что у нас? Застойное болото. А, это где мы сундук? Или подожди. Странник скаут. Ладно, давай вначале здесь поиграем все-таки. Следующая тачка у нас вот здесь вот. Наберите золото 3, чтобы разблокировать. Золото 3. А золото 3 у нас где будет? Вот здесь, наверное? Или нет? 50 тысяч, я могу взять себе вот эту штуку. Вертушка называется. Только зачем она мне нужна, да? Если у нас вот такая штука есть. Но мы же можем прокачать мотор. А я прокачаю мотор. И еще прокачаю. Так, и сцепление. Вот так вот я хочу сделать. Поехали, ребята. Есть контактиш. Ты тихо ты. Ты посмотри, какой, а? Халабуда меня обогнал там. Да ладно. Давай-ка без выкрутасов, парнишка. Тут Рэй Моррисон играет, а не какой-то там лузер, ездок. Да, ребята, я их хорошо наказал. Поехали. Видишь, как папочка может.
Та-та-та. Так, нам главное лишний раз не перевернуться, и все будет пучком. Юху, красотуля. А вот, ребята, и финиш. Ну разве не прелесть, а? Ну разве не прелесть? Обалдеть, как я их тут всех обогнал. Так, последний заезд. Стартанул вроде неплохо. Окей. Опа, и горючку успел прихватить. Вообще шикарно. Ну я красавчик, ну я красавчик, друзья мои. Ну, поздравления, Рэю, поздравления. Слышу, слышу, как вы хлопаете мне. Так, друзья мои, отлично, давай посмотрим. Вот надо выглядеть как. Подожди, а как я-то выгляжу? Первая позиция, ну вот я как выгляжу. Так, ну я все-таки доберусь до этой тачки. Хотя она у меня есть, но ее можно было выиграть в этой гонке. А я как ее приобрел, ты не помнишь? Но я ее не покупал, это точно. Или покупал? Нет, не покупал, не донатил я ее. Ого! А ну-ка. Фух. Ничего себе тут, а что это за машина такая впереди? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Фух. Иди ты. Ребята, у него скорость, по-моему, сильнее, чем у меня. И она как-то плавнее у него идет, посмотри. Есть, он перевернулся. Ну, бас. Нет, он все равно едет за мной. Ты посмотри, прям нога в ногу. Кто первый? Я первый, ребята, буквально. Ты посмотри, какой я отрыв. Там секунды. Просто, какие секунды? Миллисекунды. Фу, вот это была заездочка, ребят. Вот это было круто. Серьезно тебе говорю. Прям адреналинчиком запахло тут. Ты посмотри, как они рвут когти. Кактусы, все дела. Эх, мне бы сейчас крылья бы сюда, да? Чтобы летать. Нифига там чувак порхает. Ты посмотри, как едут все как прям как профи. Блин, по-моему, я отстаю от всех вообще. Нет, я все-таки третий. Блин, ну это фигня, ребята. Что-то вот эти вот как-то уж больно резко начали. Это, видимо, я со стартом, ребята. Видишь, надо было стартануть хорошечно. Хоть бы этот чудик. Твою дивизию. Перевернулся я, ребят. Перевернулся. Я на третьем месте. Твою налево, я съехал немножко назад. Так не идет. Так не идет. Грязный ралли. Стартанул неплохо. Так, смотрим, что тут у нас получится. Надеюсь, вы помните, почему я, ребята, перестал в нее играть. Потому что она в свое время начинала лагать. И поэтому я ничего не смог сделать. Поэтому я в нее очень долго не играл. Сейчас зашел, она идет как по маслу. Без лагов, без глюков. Друзья мои, я хотел зайти в Battle Legion. Меня не пускают, пишут какую-то ошибку. Я не знаю, что происходит в последнее время с некоторыми играми. Я даже не могу зайти в Kingdom Rush. В этот, в Revenge. А там же обновление. Есть. Фу. Когда я думаю о чем-то другом, мне проще выигрывать. Так, ну что, второе место. Я должен взять первое. Я должен, я обязан взять первое. Старт неплохой. Главное не перевернуться. Давай, 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 вытягивай. Отлично, отлично, идем. Что-то у нас так подвеска офигенно прыгает. Да хорош ты. Все на заднем колесе, хочешь прокатиться? Есть! Друзья мои, по-моему, будет первое место у нас. Вам так не кажется? Пока второе.
Блин, плохо стартанул. Ну, попытаемся. Тихо ты, ё-моё, я боюсь, что он может перевернуться. Особенно вот в таких вот моментах. А это что такое, не понял? Что тут, машина стоит чья-то? Кто-то забыл убрать с парковки машину? Есть! Ю-ху! И не перевернулся, главное. По-моему, первое место, ребята, да. Так, сейчас опять немножко продвинем. Отлично. Давай следующую гонку. Под водой, ненавижу, ребята, воду. Да иди ты. А что случилось? Да что такое-то? Я, по-моему, последний самый еду. Почему я первый? Потому что я дальше всех проехал, несмотря на то, что все разбились. Ты смотри, 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 что делает, а? Да что ж ты будешь делать-то? Может быть, лучше нам не рисковать? И все, да? Мне крышка, по-моему, друзья. Да. Ненавижу подводные гонки, серьезно тебе говорю. Просто их терпеть не могу. Попробуем как-нибудь аккуратненько, я не знаю. Вот это я, да, вот это я. А без пузыря, без этого мыльного я еле-еле еду. Окей. Каким я еду, ребят? Вторым. Фух. Так. А по итогу я второй. Ну, неплохо. Да что ж ты, еще чуть-чуть остается нам. О, вот пляж, это совсем другое дело. Пляж я люблю. Ну хорош ты, ну что ж ты сделал? Ну, Рейчик, ну ё-моё, ну. Ну теперь попробуй их обогнать. Ничего себе в этом. Тихо, тихо, тихо. Аккуратненько. Вот оно. Мастерство Рейчика. Был последним, а стал первым. Поехали. Аккуратненько. Опа. Тихонечко. Не спешим. Аккуратненько. Все, на дрифте. И вот она финишная. Все, ребят. Идеально. Следующий заезд. Ну, по-моему, неплохо, да? Задание завершено. Маневр 300 метров. Что еще за маневр 300 метров? Тихо. Ух, ничего себе. Выпорхнул. Так, ну-ка давай этих ребят на повороте. Вот так вот. Разогнались. Птенчики. И залетаем на финишную. Ух, вот это я называю круто. Вот это было великолепно, ребят. Топчик. Опа. Задание завершено. Это что такое у нас? Ага, сундук. Деньги, гемы, новые колеса, магнит.
ускоритель дым, ускоритель фляг. Угу. Так, а что у нас? Оу, тихо. Это что ли новая трасса будет? Или что это такое? Я вообще не знаю, ребят. Так, тяжеловоз. Магнит, амортизаторы. Стартовый. Так, подожди, а где у меня гараж, ты не помнишь? У меня должен быть кубок претендент. А что это за кубки, а? Без заноса в первой передаче. Гонка без места. Глобальные лучшие игроки. Я даже в десятитысячный, что ли, не вхожу. Так, маневр 300. А, вот, получить награду-то где? Крылья стартовые. Так, получи 150 времени в воздухе в лесу. Ничего себе задание. Ух ты, еще проехал. Погнали. Так, что нам сделать? Сцепуху, наверное, прокачаю я. Ого. Фабрика. Зловещая фабрика, друзья мои. Смотри, смотри, не отстает, а? Тут все... Ногчий борс? Это что за ногчий борс еще? Твою налево, блин, вторым приехал. Просто я стартанул плохо, вот и все, ребят. Да хорош ты, как он... Как он меня обгоняет, не понимаю. Может быть из-за колес? Я лично не пойму. Не пойму, ребята, как он может меня обогнать. Может быть, скорость движка у него сильнее, чем у меня. Что это еще тут? Ух, ёпрысоты, вот я себе и подосрал. Да, вообще на третьем месте. Назад. Паршивая гонка была. Миля шахтера. Так, тут тоже нужно быть аккуратнее, потому что можно разбиться на любой ерунде. Тихо ты, не газуй, Рэй. Завязывай да, такие приколы-то. Ой-ой-ой. Так, аккуратненько. И офигеть. По самым верхушкам. Нет, 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 нет. Ну как так? Ну как так, ребят? Ай, тупизма была. Ну ты посмотри, что происходит со мной. Я вообще съехал в самый конец. Вот так вот всем. Ой, тут крокодилы. Как ты вырвался вперед, мотоцикл ты вшивенький, а? Так, тут надо аккуратнее, наверное, тут можно где-нибудь перевернуться или врезаться во что-нибудь, наверное, да? Ю-ху! Виктори, вот именно что Виктори. Далее. Ой, плохой старт был. Друзья мои, плохой был старт.
Правильно, перевернись там нафиг. А вы что думали? Тихо-тихо-тихо, не сзади, ребята, не расслабляемся. Вот так вот. Нормуль. Фух. Шикарненько. Опять старт какой-то запоздалый был. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я сбавил скорость, и все у нас получилось. Не иди ты. Посмотри, а что делать? Вот так вот, да выёжился. В смятку чувак разбился. Нормуль. Первое место. Так, я дойду сегодня до этой трассы или нет? Ага, о, смотри. Тут мотоцикл будет разыгрываться. Хм. Мотоцикл, друзья мои. Так, в городе у нас свои приколы, да? Или тут нет, по-моему, раздвижные мосты, что-то такое. Или я путаю? Я, по-моему, я ничего не путаю, так и должно быть. Так, тихонечко. Давай, давай, давай. И первое место. Все, ребят. Ну, офигли. Я заслужил. Я заслужил. Тихо, вот здесь надо. Помедленнее. Да помедленнее, говорю. Твою налево. Это же надо было так себе, а? Поднагадить. Нет, все-таки мосты раздвижные здесь, в городе. Так, тихо, 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 Рэй, разогнался, куда разогнался-то так? Сломя голову, несемся. Так, а мне горючки-то хватит? Я же не подобрал. Хватит. Вот теперь хватит нам. Ю-ху! Сальтоны там. Так, еще это последняя у нас гонка, да? Тихо. Шахты эти. В них я тогда и разбился. Поэтому едем аккуратнейшим образом. Нормально. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо-тихо. Шикарно. Шикарно проехал. Фух. Супердизель лучше всех. Еще бы он был не лучше всех. Так, друзья мои, скоро. Ага, зимний кубок. А ведь еще же босяцкие, насколько я помню, должны быть. Или это не в этих режимах? Нифига я тут гоняю. Прям как мастер-класс. Горючку, горючку, горючку дайте мне. Отлично. Олени тут стоят. Ждут своего Санта-Клауса, видимо. И первое место. Нормуль. Так, поехали. Нифига тут. Сзади кто-то там шлепнулся. Давай, радость.
газуй. Так, тут-то что? Что это за приколы такие, я не понял. Есть. И обязательно в конце нужно перевернуться и сломать себе шею. У меня какая-то турбина, что ли, стоит на ускорение, на перке, да, получается? Давай, залетай. Отлично. Ой, дурила ты деревянная, господи. Но, тем не менее, ребят, все равно на первом месте. Да как так-то не доехал? Новый кубок, горный. Все. Блин, я хочу до мотика добраться. Я, правда, не знаю, насколько хороший этот мотик. Хорош ли он вообще. Но надо посмотреть. Так, тут главное, наверное, не ускоряться все-таки. Отлично. Фьюх. Так, радоваться еще пока рано. Так, потихонечку лучше, не спеши. Есть. Первая позиция. А что там, все поубивались, что ли? Не могу понять. Один приехал сюда. Так, тихо. Вот здесь не газуем. Вот теперь можно ехать. Нормально. Так, тихонечко. Да. Еще мне перевернись, блин. На ровном месте. Вот будет весело. Прекрасно. Вот и финишная, ребят. Нормально. Что я тебе могу сказать? Просто отлично, великолепно. They're good. Что-то я как-то разогнал скорость, а потом же я ее потерял. Ой, дурила деревянная это, ёк-макарёк. Но, тем не менее, опять же я на первом месте, ребят. Так, мы получаем с тобой награду. Деньги, гемы, новая краска, защитная. Слушай, а где у нас гараж? Я не помню, где гараж, ребят. Какой? Чего? Русиан девушки? А с какого припуга я нахожусь в этом клане? А? Скажи-ка мне на милость. Не понимаю. Так, ладно, это не то. Где гараж? А, так гараж мы когда начинаем? Вот же гараж. Так, я могу, например... А что у меня тут оборудован комплект? О, может быть, вот эти вот колеса взять? Так, погоди-ка, а как там? Сцепление на снегу. Силовое ускорение. А вот это почему у меня закрыто окно? Я не могу понять. Интересно мне знать. Закрыто оно здесь, металлолом. Это я все солью, получается, да? А, это на монстр трак идет. Все, я понял, ребят. А мотоцикл, вот он, походу, будет.
Блин, надо получать. Надо, ребята, его сегодня получать. Кровь из носа. О, давненько я не видел автобусов. Тихонько, 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 Рэй. Не буянь, главное, окей? И все будет у нас замечательно. Все эти кочки перелетаем, и вот у нас финиш. Нормально. Прям круто. Давай дальше двигаться. По старту меня пока никто не может здесь обогнать. Так что все хорошо у нас. Видимо, тачка прокачана, что надо, да? Ну, ты сам видишь. И все, так быстро. На одном дыхании практически. Утеряно в передаче. Отлично. Давай, 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 давай. Закарабкиваемся. Коровы тут стоят. Че это меня так... Зачем ты так делаешь? Пугаешь ты меня, Рэй. Начал там. Эй, лежит, балдеет. Вы крутасы. Последняя гонка. Ну давай, давай, давай. Не тушуйся. Солидно. Так, аккуратненько. Тише едешь, дальше будешь, так говорится, да? Так. Опа. И вот финиш. Все, друзья. Даже не перевернулся, ты посмотри. Нифига, у них тут костюмы. Где вы такие костюмы-то понабрали? Да ладно. Нет, все, я, ребята, взял. Разблокировал новый мотоцикл. Подожди. Разблокирован или разблокировать? Вау. Сколько... Рожден быть Биллом? 60 тысяч. А что это мы тут с собой получаем? Что-то еще, еще. Так, разблокированные. А, разблокировать премиальные какие-то. А вот тут что такое? Вот странник скаут. Что это? Вот это что такое? А, горная шляпа. А, это вот все, что у меня уже есть. А это что? Город. Гора. А, вот оно что. То есть 1000. Ну-ка, попробуем. Вот на этом мотоцикле. Блин. На этом мотоцикле, конечно. Старт. Поехали. А я что, один еду? Так, ладно. Это докуда мы доедем, что ли, максимально? Или что это такое вообще? Фига, они тут трассу мне сделали. Ты посмотри. Труба какая-то просто. И горючка еще кончается. Надо их поднимать. Тихо, не перевернись. Да не перевернись, я говорю. Что это у нас? Деньги. Так мало. Так, на сундук типа заработали, да? Себе, на один. Тихо, не перевернись. Не перевернись, говорю.
Так, еще один. Водитель разбился. Так, ну здесь 1500 получили. И... так, ага. Новый костюм водителя, лесная корона. А дальше на 4000, да, будет что-то доступно. Новое достижение я получил. Тимбер. Понимаешь, тимбер. А что вот это за гонка бесплатная, я не пойму. Попробуем. Какое-то путешествие, я не знаю, что за путешествие. Нифига себе, а гравитация. Тут, ребята, тут нету этой притяжения, тут гравитация. То есть, смотри, я лечу как. Ё-моё. Тихо, 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 не надо. Да что ты. Очень тяжело управлять. А вон там земля, видишь? Вон там он, вдалеке виднеется. Вот она. Мы с тобой на какой-то луне, что ли? Что, на Марсе? Тихо ты. Да не перевернись ты. Трындец просто, ребят. Я в шоке. Что тут происходит? Звезда по имени Солнце. Так, съедем чуть-чуть и поедем теперь. Что? Горючее кончается, ребят, горючее кончается. Ну где горючее-то, блин? Все, чуть-чуть не хватило мне. Так, ну тем не менее, 1400 получаю. А что если посмотрю видео? О, еще 3750. Нормально. Ну, неплохо, ребят, неплохо я бы установился здесь. Так, лес. Или знаешь что, давай-ка мы, наверное, с тобой. Так, подожди, вот это вот, наверное, мы вот так сделаем. Надо смотреть. Так, ну что, еще 3250 мы получили. Так, а вот этот мы с тобой так, наверное, сделаем. Ну что, друзья мои, давайте на сегодня, наверное, закончим. Если хочешь больше серий по этой игре, то поддержи лайкосиком, ну и, естественно, напиши об этом в комментарии. Ну а на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.